Это тема христианская, конечно, педагогика, да, тем более в свете христианской антропологии. Это, ну, совершенно необъятно. И, наверное, каждый это представляет. Поэтому я не знаю даже, что я вам скажу, какую часть, миллионную или миллиардную часть, но, по крайней мере, попытаюсь какие-то вопросы затронуть, которые, как мне кажется, ну, имеют очень большое значение, особенно применительно к нашей современной жизни, к той ситуации, к той атмосфере педагогической, я бы сказал, которая имеет место в настоящий момент. Если говорить о христианской педагогике, то, видим, мы что-то подразумеваем, что-то то, что отличается от какой-то нехристианской педагогики. То есть что-то такое еще новое или специфичное, по крайней мере, по сравнению с педагогикой нехристианской. Ну, видимо, так, если говорю о христианской педагогике. Вот, отвечая на этот вопрос, а это первый вопрос, я сразу хочу сказать. Когда мы говорим о христианстве и об истинном христианстве, то мы говорим не о чем-то специфически присущем вот христианству, в отличие от, и начнем перечислять религии, другие мировоззрения. Нет, подразумевается нечто другое. Знаете, когда мы изучаем законы физики, то мы же не говорим, что там теорема Пифагора. Это что, Пифагора, да? Да нет, это закономерность нашего мира. Законы Ньютона. Так это что, его законы, в отличие от каких-то других физиков? Да нет, это законы, присущие нашему миру. Это объективные законы, которые он только открыл, он только указал на их существование, но на самом деле они совсем не ему принадлежат. Эта мысль очень важна в свете понимания вот такого рода тем. Когда мы говорим о христианской педагогике, то речь идет вовсе не о том, что это вот тот моментик, который открыло христианство. Это его или это специфически просто христианский взгляд на эти вещи, а другие смотрят иначе. Нет, идея какова? Если мы признаем, а это, кстати, очень важный вопрос, если мы признаем, что христианство есть религия истинная, то есть та религия, истина которой является нечеловеческим, я бы сказал, ну, человеческим изобретением, плодом человеческой мысли. А если мы действительно признаем, что христианство открывает законы, присущие действительно объективному бытию человека и нашего мира, а это будет прямо вытекать, если христианство имеет божественное происхождение, тогда станет ясным, что и христианская педагогика, и все то, что мы назовем христианским, имеет объективный характер, а не что-то просто особенное по сравнению с другими. Вы, конечно, сразу скажете, и я скажу, и это было бы просто крайне необходимо раскрыть тему. А действительно, на каком основании мы можем сказать, что христианство имеет божественное происхождение? Что это не одна из религий, как это принято, и как это интуитивно мы воспринимаем его, христианство? Это вопрос очень важный, чрезвычайно важный. И если бы он был положен в основание, если бы этот вопрос был решен, представляете, мы решили, поняли, и осознали, убедились, что христианство – это не человеческое произведение, в отличие от других религий, так? А что действительно есть корни сверхъестественного порядка, тогда было бы, ой, как интересно говорить и о христианской педагогике, и о христианской морали, и о христианской духовности, и о прочих всяких вещах. Это было бы, я сказал, интересно. Ой, как это мелко. Неинтересно, а это в высшей степени важно. Ибо если действительно есть Бог, если христианство действительно божественная религия, тогда все то, о чем оно говорит, это же есть самая суть нашей жизни. Само бытие, сама истина. Тут надо прямо ухватиться за это, не знаю, каким образом. Вот это то первое, о чем мне хотелось сказать. Ну, представим себе,
все-таки, ну, представим себе, что действительно мы убеждены, что христианство имеет сверхъестественное происхождение, то есть божественное происхождение, и потому оно истинно. Но, правда, если на этом я остановился, то сейчас у нас было бы, правда, много вопросов. И интересных вопросов, и нужных вопросов. И очень жалко, что, к сожалению, мы многие вопросы обсуждаем не сначала. Не сначала. Берем вот эту цепочку, вдруг вырываем звено одной из середины и начинаем ее рассматривать. Рассматриваем, говорим о каких-то вещах. Что-то нравится, что-то нет, что-то кажется убедительно, другое – сомнительно. Почему? Предшествующие звенья отсутствуют, повисает в воздухе. Очень это жалко. Ну, ладно. Итак, когда мы будем говорить, рассуждать, кстати, учтите, то, что я буду говорить, не думайте, что предложу вам какую-то систему, ее нет в понимании этого вопроса. То есть, точнее сказать, каждый, наверное, из христиан может под своим углом зрения посмотреть на эту проблематику и представить свою систему. И это будет тоже верно. Тоже, смотря какова точка отсчета будет выбрана. Вот поэтому не удивляйтесь, если те вещи, которые я буду говорить, что они носят в значительной степени субъективный характер не по факту, а по системе, по самой системе. И опять-таки не по факту, а по акцентам, которые придется делать, говоря об этих вещах. Вот в связи с этими рассуждениями мне бы хотелось обратить внимание на следующие некоторые такие очень важные вещи, как мне кажется. Христианская педагогика, на чем она должна быть основана? Первое и очень важное – на чем? На том, чтобы у человека, которому преподносится знание, которому мы хотим дать соответствующий круг и познаний, и нравственных принципов жизни, и самого поведения, первое и необходимое – это заключается в том, чтобы эта педагогика основывалась на выработке у человека твердого, определенного, обоснованного мировоззрения. Мировоззрение – это та платформа, та основа, на которой только могут строиться и быть убедительными все наши воззвания к человеку. Будь ты добрым, будь ты хорошим, будь ты воспитанным, будь ты умницей. А зачем? Ведь а зачем? Если я вижу, что можно быть совсем другим, совсем не таким, и посмотрите, на каких машинах, в каких домах, на каких курортах, что вы мне предлагаете? Зачем? Что вы? Серьезнейший вопрос, который, к сожалению, к величайшему сожалению, как мне кажется, может быть, я не знаю, вы мне потом поправите и скажете, мне очень интересно это знать. Как мне кажется, вопрос, который отсутствует фактически в образовательном процессе. Мировоззрение является каким-то так второстепенным моментом, и о нем меньше всего говорят, подчас ничего не говорят. Главное, что у нас? Дать знания по вот этим конкретным направлениям, и больше ничего. И больше ничего. Неужели мы не понимаем, что такое знание? Знание – это стройматериал. Строительные материалы, они могут быть очень хорошими, добротными, могут быть драгоценными. Драгоценными. Вот на площадь сейчас можно завалить драгоценным золотом, платиной, я не знаю чем, драгоценными камнями. Пришла зима, а где же крыша? Где тепло? Где дом? Ты все пела, это дело, так поди же попляши. Мировоззрение необходимо. Выработка этого мировоззрения, самих принципов, если хотите отсюда, понимания жизни, тогда оправдывается, тогда все будет оправдано. Понятно будет, зачем мне быть таким или сяким. Зачем я должен себя вести вот так? Почему я должен быть культурным?
Что, только для того, чтобы, знаете ли, пробиться в жизнь? Хочешь жить, умей вертеться, да? Для этой цели? Какой ужас! Первым основополагающим принципом, если хотите, христианской педагогики должно являться, обязательно должно являться, это воспитание в человеке, воспитание мировоззрения. Мировоззрение. До мировоззрения, без мировоззрения все наши знания рассыпаются, как горох. Без мировоззрения они могут быть орудием против человека, против общества, против народа. В одном журнале я прочитал страшную вещь. Статистические данные у нас, а не где-нибудь, говорят, что в 5 раз больше совершают масштабных преступлений люди с высшим образованием по сравнению с выпускниками, которые окончили только среднюю школу. В 5 раз. Неплохо, правда ли? Ну, еще бы. Когда я имею хорошее образование, могу пробраться, знаете, в какой банк с помощью компьютера даже. Зная электронные системы, зная то, другое и третье. Что вы? Мне рассказывает один человек. Купил машину, как он вырос, навороченную. Сколько-то, не знаю, 200 тысяч долларов или 300, не знаю. Ну, в общем, дорогущая, гараж под трех какой-то троекратной защитой. Доволен. Не знаю, утром встает, ну, как-то утром встает, все, гараж закрыт, все хорошо, идет, напивает, себе открывает. Машины нет. Машины нет. И он мне говорит, меня что больше всего поразило? Не то, что машины нет, а он сам физик по образованию, меня поразило, как же они могли. Ничто не пикнуло, ничто не закричало, ничто не запищало. И гараж даже благополучно закрыт. Пришел, машины нет. Кто это может сделать? Что, профан? Школьник? Ну что вы, зачем же шутить? Это, конечно, человек, который получил высшее образование. Талантливейший человек, талантливейший, а не какой-нибудь, который не купил диплом вуза, а который великолепно знает всю эту технологию, все это. Здорово! В России в 5 раз. Ну-ка, чем займемся? Высшее образование или чем? Ну, обычно мы же склонны, знаете, рассуждать логично. И тут же, когда видим, что это плохо, прекратите это все. Долой высшее образование, правда? Замечательно. Можно и такой вывод сделать. Почему все это совершается? Мы говорим с другой стороны, необходимо нравственное воспитание. Кажется, хорошие вещи, очень хорошие. Но только вопрос о том, а зачем оно? Скажите, действительно, почему я, например, буду поступать нравственно, если я вижу, что поступая нечестно, коварно, ловко, применяя самые преступные подчас методы, я могу добиться неизмеримо большего, чем если я буду честным, порядочным человеком. Скажите, зачем это нужно? Итак, проблема, которая является первостепенной, и без которой наше образование оказывается домом на песке. Эта проблема, я сказал, мировоззренческая, уточню. Эта проблема – есть Бог или нет Бога? Эти нравственные вещи, о которых мы говорим, они носят объективный характер? Или это просто выдумка той или иной общественной системы, того или иного строя? Или просто это человеческие приспособления к окружающей среде? Что это? Конечно, я не знаю, в какой мере сейчас для педагогов доступно, даже если бы они захотели, в какой мере это доступно и возможно говорить об этих вещах. Говорить о мировоззрении,
обосновывать мировоззрение, тем более говорить о Боге, тем более говорить о христианстве. Ибо же вы знаете, сколько здесь ступеней-то, первая ступень, а вообще есть Бог или нет? Вторая ступень. Но если Он есть, религии множество, какая же религия верна? Если даже здесь убедился человек, что христианство верно, еще одна ступень. Какое христианство? Посмотрите, там за Папой Римским миллиард стоит, а за православными, ну, 200-300, я не знаю, миллионов. Какое же христианство верно? Конечно, вот эти вещи, эти три ступени, конечно, почти невероятно представляется, чтобы они могли быть рассмотрены в системе школьного образования. Они не могут быть рассмотрены, конечно, досконально, как это имеет место в духовных школах, где они должны этим заняться. Но, тем не менее, основные моменты, сами принципиальные, по крайней мере, вещи, по-моему, должны быть предложены. Еще раз смею утверждать, если у ребенка, у школьника, у студента не будет твердого мировоззрения, причем какого мировоззрения? Христианского. Какого христианского? Православного. Трудно ожидать, что он будет тем, на кого мы надеемся. Трудно ожидать. Статистика об этом говорит прямо. Что бы для этого было нужно? Конечно, вот об этих вещах надо бы говорить где, конечно? В Министерстве образования, правда же? Вот так, а не среди нас. Но в какой-то мере и мы же можем, мне кажется, что-то делать здесь. Что-то можем сделать. И если можем, то надо это делать, насколько возможно. Вот. Что еще требуется, если мы хотим говорить о христианской именно педагогике, о ее принципах христианской педагогики? Мне кажется, что педагогика, она должна включать в себя не только этот момент, просто мировоззренческий, выработку мировоззрения, а оно должно показать, как добиться этой выработки. Ведь нельзя же просто говорить, что вот христианство есть истина, вы должны быть христианами, вы должны верить во Христа. Они скажут, а с какой стати? По крайней мере, в старших классах. По-видимому, это необходимо, просто необходимо. Сопоставление, сравнение, сравнительный курс. Кстати, в школах Англии, я взял даже эту записочку, я довольно часто это читаю, что в британских школах, как водится, просто в качестве иллюстрации. Я вам зачитаю это, потому что для вас это будет не безинтересно. Учащиеся британских школ, помимо христианства и иудаизма, будут проходить основы индуизма, ислама, сикхизма и буддизма. Таков официально утвержденный перечень основных разделов курса истории религии, которые будут преподавать в школах Великобритании. Правда, интересно? Интересно. Основные направления курса получили полное одобрение со стороны государства. Секретарь государственный по образованию, в частности, сказал, «Изучение религиозных предметов играет важную роль в духовном, моральном, социальном и культурном развитии наших детей. Поэтому мы намерены интенсифицировать этот процесс в школах Великобритании». Кстати, насколько разумно? Это же бесспорно. Все понимают, конечно, это имеет огромное значение. Усилить собираются это. То есть бросить немалые силы на это. Дальше. Разработчики курса считают, что поскольку христианство является главной религией страны, о, это для нас немаловажно, у нас тоже, основы этого религиозного учения должны изучать все школьники и при этом на протяжении всего их пребывания в школе. Слышите? Одновременно младшие школьники в возрасте от 5 до 7 лет будут проходить еще одно религиозное учение,
Потом, перейдя в возрастную группу от 7 до 11 лет, еще как минимум 2, вы видите, постепенно. И, наконец, в возрасте от 11 до 14 лет еще не менее 2. Таким образом, выпускники обязательной общеобразовательной школы получат детальное представление обо всех основных конфессиях своей страны. Интересно. И недурственно. Причем христианство будет проходить с самого младшего, с 5 лет и до окончания образования. Пожалуйста. Правда, неплохой пример, чем, кажется, можно было бы заняться и в наших школах. Но я о чем хочу сказать? Что какой принцип? Принцип универсальности образования. То есть наше образование должно быть, носить не только специфический характер какой-то отдельной конкретики, оно должно обязательно следовать принципу универсальности. То есть, в данном случае, через вот это сравнение, через сравнительный курс изучения, здесь они говорят только о религиях, на самом деле, мне кажется, в обязательном порядке должен быть и курс, ну, если не курс, конечно, но, по крайней мере, какие-то лекции, в которых нужно было показать, что такое атеизм. Атеизм. И на чем он строится? В чем его правда или неправда? Сопоставить эти вещи, они же необходимы. Атеизм и религия. Религия какая? Христианство какое? Я опять подчеркиваю вот эту трехступенчатость, которая совершенно необходима для человека. И если он в течение этого курса, наконец, действительно приобретает, становится человек, видит, да, я теперь понимаю, в чем заключается смысл человеческой жизни. То, что суть-то мировоззрения, зачем нужна-то? Это не абстракция, это не книжка, которую нужно положить в полку, а это смысл человеческой жизни. Вот о чем говорит мировоззрение. И теперь я понимаю, в чем он заключается. В чем он заключается? Бери от жизни все, чтобы завтра тебя закопали в могилу. Много взял, голубчик. Или ты действительно веришь в то, что личность неуничтожима? Неуничтожима человеческая личность. И те, кто отрицают это, то одним из самых главных мотивов этого отрицания что является? Внутренний скрытый страх – иметь ответственность за свою эту прожитую жизнь перед лицом великой совести, перед лицом того же Бога. 2 смысла жизни. Или верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть, нет Бога, нет души, нет личного бессмертия. Что остается? Поймите, что остается вот у школьника? Нет ничего. Вечная смерть ожидает тебя и его, и всех. Каков смысл жизни? Скажите, каков смысл жизни? Неужели нужна логика какая-то тут? Сильный ум нужен, чтобы не понять. Я умру, и все умрут. И как ты прожил жизнь? Добрый ты человек или злодей невероятный? Какая разница? Все сгниет там одинаково. Ну-ка, что за смысл жизни? Наслаждайся, кажется. Обман опять. Обман. Насладился, убил, пошел в ресторане, обмыл на крови другого человека. Напился. Вышел, и машина сбила. Какой ужас. Ужас? Как важно это показать. Как важно это показать. Вот, ребенку, детям, школьникам. Какой ужас. Какое бесчеловечие. Атеистический смысл жизни. Нет Бога. Без Бога широка дорога. Ах, какая широкая дорога. Хоть в болото, хоть в омут. И христианский смысл жизни. Личность бессмертна. Бессмертна личность и неуничтожима. Те нравственные начала, которые
человек каждый в себе чувствует, каждый же чувствует в себе, каждый знает, что такое совесть, каждый знает, какие поиски разума, в конце концов, присутствуют у человека, он ищет этого смысла. И если личность неуничтожима, если есть ответственность в будущем, если именно будущность бесконечная присуща человеку как личности, тогда каким я должен быть, чтобы достойно войти в нее? Я понимаю смысл. Вы слышите? Я понимаю смысл своей жизни. Я тогда понимаю, для чего я учусь, для чего я тружусь, для чего я прощаю. Я понимаю, почему я не должен грабить, убивать и прочее делать. Я понимаю. Ох, как было бы это важно. Без этого, мне кажется, без этого, я не знаю, о каком образовании мы говорим. Ведь что такое образование? Что такое образование? Это не что иное, как дать соответствующий образ какой-то болванке. Простите меня, я в таком ясно. Вот дается деревяшка, из нее надо сделать матрешку. Я матрешку могу разную сделать. Я могу сделать матрешку ангела. Я могу сделать матрешку дьявола. Образ. Образ. И там, и здесь. Пожалуйста. Образование. Образование какого образа? И мы знаем, что это все зависит от мастера. Мастерами являются педагоги в огромной степени. Мастерами являются родители прежде, конечно, всего. И я понимаю, перед какой труднейшей задачей сейчас стоят педагоги, когда сплошь и рядом сталкиваются с полным безразличием родителей. Это ужас. Я в Германии читаю лекции, мне одна женщина задает вопрос, что нам делать, помогите. У нас мальчик 13 лет. Он совершенно отбился от рук, гуляет по ночам. Мы пошли к соседям, немцам, пошли. Ну вот же, с вашими друзьями, что делать? Он приходит домой совершенно чужой человек, ребенок, чужой. Пошли. И почему вопрос задала эта женщина? Говорит, мой муж пошел. Мы были, говорит, потрясены. Там ответили отцы и матери. А пусть они как хотят. А чего вы-то? Пусть они как хотят. Дети. Как хотят. Я думаю, что с одной стороны, это какой-то уже то, что, знаете, есть христианская молитва, и там есть такие слова. «Избави, Господи, меня от окамененного нечувствия». Есть такие замечательные слова, когда безразлично. Но есть там и другое. На Западе есть и другое, что сейчас уже движется на нас. Так называемая ювенальная юстиция, которая наделяет детей всеми правами, которые отнимают у родителей все права над ребенком. Вы слышите? Всеми правами. Щелкнул по лбу своего ребенка. У него синяк. Все, против вас дело. Настоящее дело. Да-да. И вы за это ответите. И еще как. Мне из Америки звонит. Что, уже 5-летний ребенок, говорит, уже у телефона кнопочка. Да. Нажимает ребенок кнопку. Тут же ювенальная полиция приходит. И такие вещи, что уже избави Бог родителей. Кажется, хорошее дело – защитить детей от кого? Ну, знаете, бомжи там, пьяницы. Действительно, там что угодно могут делать с детьми. Это ужас, конечно, вполне понятно. Но здесь у кого отбирают детей? У кого? У вполне добропорядочных родителей, которые прекрасно понимают, что если сорняки не выдергивать в огороде, то никаких плодов вы добрых не получите. А что такое выдернуть сорняк? Ах, вы вот как! Вы ребенку не разрешаете вот то-то? Вы ребенку не позволяете смотреть вот то-то? Да? Вы ему не позволяете идти вот туда-то? Вы ему в питании ограничиваете вот в том-то?
Я себе представляю, когда ювенальную юстицию ведут у нас, то тут же двинется огромное количество ювенальной полиции, которую ведут у нас непременно, и двинутся на христианских родителей. Что? У вас постом мяса не дают? Родительских прав лишаетесь? Там страшные вещи. Причем отдают сплошь и рядом. Отбирают детей у родителей. И вы знаете, кому отдают на воспитание? Говорить не хочется, язык марать. Этим меньшинствам, так называемым семьям, на воспитание. Вы понимаете, какие ужасы? Ой, вы видите, вот это вопрос, вот это мировоззренческий, который, видите, как долго, ну, не могу говорить просто меньше. Так вот, это выработка мировоззрения очень важна. И чем раньше мы начнем, чем дети способнее будут к этому воспринимать этого, если мы сумеем им дать мировоззрение христианское, православное, если бы мы сумели, хотя, вы знаете, интерес хотя бы вызвать, потому что главная задача педагога состоит не в том, чтобы дать знания. Слышите, ну, знания будут, ну, куда деваться? Ну, надо же отвечать урок, надо экзамены сдавать, ну, куда денешься? Что-то знать всегда будет. Главная задача не в этом. Главная задача, как говорил отец Павел Флоренский, это пробудить интерес у человека к этому вопросу. Интерес возбудить. А Иван Александрович Ильин говорил, педагог – это не ликвидатор безграмотности, это воспитатель прежде всего. Прежде всего. Но еще раз говорю, что это легко, как говорится, сказать, да трудно сделать. Особенно, когда мы встречаемся сейчас с совершенно новым поколением родителей, которые уже воспитаны в этой, я бы сказал, атмосфере вседозволенности. И когда со всех сторон, на глаза, на уши, на все обрушивается такой поток грязи, когда возбуждает самые низменные инстинкты, я бы сказал, в человеческой природе. Ой, как это трудно. Но, я скажу так, неважно, как трудно. Неважно. Пока мы поставлены на это место, пока нам дается право, мы должны это делать, несмотря ни на что. И, кстати, наш народ всегда отличался этим. Помните Евпатия Коловрата? Дружина 300 человек. Он бросился на 100-тысячную армию. О, это я понимаю. Мне кажется, так мы и должны делать. Христианская педагогика невозможна без того, что можно назвать целостностью образования. Целостью. Что под целостностью подразумеваю? Если мы ограничимся в школе, хотя бы вот только этими вещами, о которых мы говорим, но если мы не обратим тщательного, особенно сильного внимания на воспитательную сторону, учитывая вот ту мировоззренческую основу, которую пытаемся дать, мы должны дать еще воспитательный этот момент. Он в высшей степени важен. Мы мало чего добьемся от человека. В чем заключается этот воспитательный момент? Опять говорю, опять бы это надо начинать с дома. С родительского дома. Но и в школе мы обязаны сделать многие вещи. В чем они состоят? Тут много моментов, но первый, без которого, мне кажется, человек выйдет необразованный, даже все, кажется, зная, все понимая, понимая даже, что христианство, да, это верно, все хорошо, но если мы не создадим предпосылок для выработки у него, я бы сказал, нормального поведения. В чем он заключается? В выработке навыков и знания принципов отношения с товарищами, со взрослыми, с преподавателями. Отношения, если хотите, даже вообще к окружающему миру как таковому. Это очень важно. Ведь обратите внимание, как аристократы воспитывали.
Маленький еще мальчик или девочка, там 5-6 лет, ее посылают, иди встреть гостей. Там вот такой-то князь. И учат. Она должна прийти и сказать, как вы доехали, как ваше здоровье. Учат правилам поведения. Пожалуйста, да, раздевайтесь и так далее. Знает, как поклониться, да, куда повернуться, куда предложить сесть. Правила поведения, ну что? Это же прекрасная вещь. Это же прекрасно. Как сидеть за столом? Ну, это же просто необходимо. Как пригласить за стол? Все это нужно бы. Я не знаю, сейчас есть такие хотя бы часы, да, или уроки для того, чтобы учить этому? Это же необходимо. Ну, хотя бы несколько лекций на это, несколько уроков. Правила поведения. Это же крайне необходимо. Ну, что вы? Я вам скажу, будь какой он угодно, но когда он придет и вам будет шлепать неизвестно как, хватать, чавкать, руки на стол, вот так чашку, да, не знаю, ну, знаете, ну, невольно теряется уважение даже к очень хорошему человеку. Видишь, что-то не то. Это необходимо. Первое – научить, помочь, сказать, да, как вести себя. Как вести себя с человеком? Как удерживать свой язык. Мы, к сожалению, сейчас совершенно не обращаем внимания на язык. О, недаром у апостола Якова написаны хорошие слова. Неудержимое зло. Находится он в центре, говорит. Но он выжигает огонь, от которого часто сгорают все. И действительно сгорают. Семьи разрушаются. Коллективы бурлят. И так далее. От чего? От несдержанности нашего языка. Язык действительно огонь, в котором часто возникает адский пламень, а не что-нибудь. Итак, образование абсолютно немыслимо без вот этого момента. Этого момента, который входит в категорию воспитания человека. Но здесь еще есть целый ряд моментов, которые необходимы. Да. Это, конечно, я не знаю, уроки нравственности какие-нибудь есть или нет. Уроки нравственности. Или это такая пустая вещь, о чем и говорить нечего. Да. Уроки нравственности. Это так важно. Ну что вы? Помним же все мы. Помним. Как там, кто там, Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Где же еще он узнает, где хорошо, где плохо? Ну, конечно, дома и в школе, на улице едва ли. На улице, боюсь, наоборот. Вот это знание, что такое хорошо и что такое плохо, и не просто знание. Вот тут обращаю внимание. Мы иногда, знаете, читаем это сентенции. Вот это плохо, это нехорошо. А забываем психологию детей. Забываем, особенно мальчишек. Да. Вы ему скажете, это плохо, а он, а почему? Ребенок, это, знаете, это огромное почему. И если мы скажем, потому что это плохо, то я боюсь, что мы не добьемся нужного результата. Важно объяснить, почему это плохо. Вот в связи с этим мне бы хотелось обратить внимание на одно понятие, христианское понятие, ну, не только христианское, вообще общерелигиозное понятие, которое звучит так – грех. Что это такое грех? Что это такое грех? У кого-то само слово «грех» вызывает улыбку, иронию, насмешку. Что это такое грех? Некоторые говорят, что грех – это, ну, вот ты Боженьку прогневишь. Ну, так пусть для Боженьки хуже и будет, если это ему не нравится. Очень важно объяснить, что грехом, в частности, в христианстве, называется все то, что вредит самому человеку, который это совершает.
Да-да-да. Возьмешь ты, отрубишь себе палец. Ты не имеешь, конечно, это очень хорошо, это великий грех. И ты сразу поймешь, почему это грех. Взвоешь. Грехом, оказывается, является все то, что вредит. Тебе это вред. Вот тут очень важно показать, если хотите доказать, убедить, что это действительно так. Ой, как это важно. Это чрезвычайно важно. Что, оказывается, грех – это не просто, там вот Бог сказал это, выпустил, издал закон, вот это вот грехи, вот это вот добродетели. И теперь извольте все слушать. Как это мы часто, к сожалению, часто мы представляем себе, и очень жалко. Я, по крайней мере, знаю, по психологии своей помню. Меня такие вещи никак не убеждали. Взрыв, протест. А вот когда я узнал, что грех – это то, что вредит человеку, вот тут я, пожалуй, иначе. Когда мне маменька сказала на морозе, смотри, Лёшенька, не лизни железную ручку. Только она отвернулась, вы понимаете, что произошло. Лёшенька тут же прилип своим язычком к этой железной ручке. Вот. Вот. Какие были вопли, какие слезы, но зато он запомнил, он понял, что такое грех. Вот оно что. Не Бог меня накажет, как это часто опять мы говорим. И еще раз вам повторяю, вот эти вот слова «Бог тебя накажет», я помню, они вызывали протест. Пусть. Вот очень, особенно женщины, я говорю, поймите, пожалуйста, психологию мальчишек. Вот такие вещи их никак не убедят, а вызывают прямо противоположные чувства. А вот когда он знает, что язык его прилипнет к ручке этой на морозе, так, вот тогда он, пожалуй, задумается и уже постарается этого не делать. Ой, как важно это довести до сведения и объяснить на целом ряде примеров. Есть внешние вещи, которые понятны. Очень важно перейти от них к чему? Оказывается, мы себя наказываем, когда мы злобствуем по отношению к другому человеку. Я страдаю. Смотрите, это очень важно. Я злюсь, я страдаю. Тому и море по колено, что я на него злюсь, а я страдаю. Посмотрите, пьянство. Наркомания, кто страдает? Вот это очень важно, вы знаете, показать. И сказать, что когда христианство говорит «не осуждай», «не завидуй», «не клевещи» и так далее. Вот тут, вы знаете, вот от грубых вещей перейти к этим для того, чтобы человек убедился в очень важной вещи, что все то, что именуется грехом, это есть орудие истязания самого себя. И то, что Бог открыл нам и назвал это грехом, это Его любовь. Потому что заповеди Божии, кстати, еще одна категория, это есть не что иное, как предупреждение Бога человеку, человек, не делай этого. Не вреди себе. Слышите? Что такое заповеди Божии? Не вреди себе. Поступай вот так, и тебе все будет хорошо. То есть это призыв Бога. Это не приказ Бога. Не приказ, а призыв. Это просьба, если хотите, Бога к человеку. Человек, не делай себе вреда. Вот знаете, вот эти понятия греха, понятия заповедей, которых мы слышим, очень важно преподнести вот в таком контексте. Тогда будут понятны ребенку, да, почему я должен быть добрым. Ну, потому, только по очень простой причине. Ты должен все-таки, тебе следует садиться на стул, на мягкое кресло, но не на раскаленную сковороду. Ты не спрашиваешь, почему? Не против? Ну, хорошо, давай попробуй. Хочешь сидеть на раскаленной сковородке? Нет. Что? Что-то плохо пощипывает, да? Вот. Вот что такое заповеди Божии. Не приказ, а просьба. Вы слышите? Просьба. Бог просит человека. Почему просит?
потому что он есть любовь. Как и мать умоляет ребенка: не делай этого, не делай, не вздумай уколоться, не вздумай, посмотри, что творится с наркоманами. Упрашивает, умоляет, я не знаю, разные применяет средства. Так и Бог делает. Не отнимая нашей свободы, Он предупреждает. Вот эти вещи в образовательном процессе крайне необходимы. Крайне необходимы. Только прилипнув языком к железной ручке на морозе, человек наконец поймет, что такое грех. Тогда поймет. Так вот, когда мы говорим о целостности мировоззрения, то здесь нужно объяснить и вот такие самые хотя бы элементарные нормы нравственности, а задача какая? Развить чувство совести. Чувство совести развить. Слушайте, что это за образованный человек, если он бессовестный? Вы скажите мне, вы хотите... Вы скажите, дети, вы хотите с таким иметь дело? С бессовестным человеком. Вы с ним будете что-то иметь? Он вас обманет и предаст, я не знаю, что сделает. Развитие чувства совести. Я вам скажу, что, может быть, именно вот здесь, в этом моменте воспитания, лучше всего говорить о том образе человека, который дает христианство. Вот мы все педагоги, и кажется, центральным предметом наших всех усилий, кто является? Человек. Человек? А кто это? Не в том смысле разобрать его там, а в смысле, где, кто это, кого мы можем действительно назвать человеком? Вы не могли бы назвать его черты? Кто он такой, этот человек? Ой, как важно! Мы читаем разные вещи. Разные что? Если хотите, предлагаем разные варианты свои. Строим умозрительные варианты человека. Вплоть до того, что человек – это звучит гордо. Ну, это вообще совсем изумительно. Да. Попробуйте, вы заденьте его. Он вам тогда покажет, где раки зимуют. Этот человек, который горд. С ним, пожалуй, не захотите ничего иметь дело. Кто этот человек? Где этот образ? Знаете, различные, так сказать, философские, ну, что ли, теории, концепции пытаются, рисуют его, и каждый по-своему. Христианство тоже предлагает образ человека, но предлагает уже совсем не с помощью каких-то философских конструкций или психологических элементов, а дает конкретный, прямой, исторический образ. Когда христианство говорит «человек», мы знаем, о ком идет речь. Мы знаем, о ком. Это Христос, это святые. Кто это такой святые? Это люди, я говорю о святых, которые достигли святости. Потому что некоторые канонизированы не потому, что достигли они святости. Вы слышите, не смешивайте, пожалуйста. Разбойник, который был справа распят от Христа, он никакой святости не достиг, вы понимаете? Вот. Нет, он свят. Почему? Он раскаялся от всей души. Господь просто принял его в свое Царство Божие за это смирение и покаяние. Я сейчас хочу сказать о другом. Мы говорим о святых, которые достигли святости. Кто они? Вот образ, вот это замечательно. Кто они? Они даже в мыслях не допускали чего-нибудь скверного, нечистого, бессовестного, злобного и так далее. Слышите где? В душе своей. Я уже не говорю о делах. Христианский образ человека-то какой? Вы посмотрите. Это не просто человек, знаете ли, порядочный, не просто человек нравственный. Вот здесь тоже очень важный момент, о котором приходится часто говорить. Мы должны четко различать и понимать, какая разница между нравственным человеком
и духовным человеком, и духовностью, если хотите, человека, нравственностью и духовностью. Мы, к сожалению, обращаем основное внимание на нравственность, а не понимаем того, что нравственность, в конце концов, это лишь чисто внешняя сторона человека. Меня назовут нравственным, если будут знать, что я никого не убиваю, не граблю, не лгу, так? Что я веду себя порядочно в коллективе, не ругаюсь, не дерусь, не пьянствую, в конце концов, не изменяю своей семье. Ну как? Хорош? Хорош. А что же еще нужно? Нравственный? Да. Но вы знаете, сколько во мне самолюбия, тщеславия, гордыни, презрения, алчности, зависти. Ох-ох-ох. Я, конечно, никому не показываю. Я стараюсь никому не показать это. Никому не показать. Я нравственный человек. Но избави Бог с таким нравственным человеком иметь дело. Когда его не тронь, он вам покажет такой фонтан, выдаст ядовитый, что вы отскочите. Нравственный? Да. Но мы часто заботимся о нравственности и забываем о том, что питает истинную нравственность. Забываем о том, что нравственность без духовности – это дом, построенный на песке. Пошли потоки воды, подмыли песок, и рухнул весь дом. Христианство обращает внимание на что? На духовную сторону человека, то есть на содержание его сердца. Человек, не осуждай даже про себя, не ненавидь ни одного человека. Насколько возможно, будь справедлив даже к врагу своему. Это то, что называется «любите врагов ваших». На нашем уровне, если перевести на наш уровень, любой мы не можем себя возбудить. А будь справедлив к врагу своему. Справедлив будь, а не мсти ему. Вы слышите? Духовность – это вот внутренняя сторона жизни человека. Не осуждай про себя, не лги про себя даже, то, чего никто не знает даже. Внутри себя не таи эту мразь и не созидай ее. Потому что в конечном счете эта пакость внутренняя вырвется наружу к ужасу и изумлению всех окружающих людей. Духовность и нравственность – разные вещи. Как важно бы это иметь в виду, когда мы говорим о христианской педагогике. А то мы все наружные. Но нужно наружное? Ну да, нужно, конечно. Но, извините, это только вершки. А корешки? А корешки каковы? Так вот, это один из чрезвычайно важных элементов, без обращения на которые ни о какой христианской педагогике мы говорить не можем. От того, что мы будем предлагать просто Библию, картиночки библейские, так, пересказывая сюжеты библейские, без обращения на эти вещи мы ничего не дадим. Вы же знаете, вся Европа, она же была изначально христианской. Римский папа давал короны императорам германским и королям. Он, полное господство церкви было, вы слышите, в позднем Средневековье. Чем кончилось? Увы, печальнейшими вещами. Все свели к внешней, если хотите, порядочности. Вот к тому божеству, которое... Ордунг, ну, кто немецкий язык изучал, знает, это порядок. Порядок прежде всего. Ордунг – настоящее божество. Вот к этой внешней порядочности, вот к этой внешней нравственности, которая без обращения к внутренней стороне человека, во что это выродилось? В то, что действительно
Там есть культура поведения, верно, определенной порядочной жизни, верно, и к чему пришли. Началось с вещей сравнительно легких, хотя далеко не так. Деизм, пантеизм, затем атеизм, материализм. Я могу быть нравственным и порядочным человеком, не веря ни в какого Бога. Вам понятно? Ни в какого Бога. Я порядочный человек. Но еще раз повторяю только, не троньте меня. Не затроньте, то есть, меня. И тебе просто приходится удивляться, когда читаешь в этих энциклопедиях, в этих трактатах, что такое духовность. Читаешь и изумляешься. Это что такое? Это впечатление такое, что вот этот потолок является уже небом. Оказывается, кто такой духовный человек? Эстетически развитой человек. Культурный, культура поведения, эрудиция. Вы представляете? Коммуникабельный, вежливый, нравственный. Это, оказывается, духовный человек. А страсти где? Просим. А почему о страстях ничего не говорите? Вы же говорите о духовности. А страсти где? Христианцы говорят, духовный тот, который вместо осуждения пожалеет человека. Который не расскажет всем направо-налево, слыхали, что он сделал, и она растрезвонит всем на свете. Пожалеет человека, великодушие проявит человеку, действительно пожелает блага человеку. Духовный человек желает всем блага. Вот ведь какое дело. Так вот, очень важно в христианской антропологии, в христианской педагогике, если хотите. Так что важно? Показать вот это различие между внешней стороной, этой скорлупой, которой тоже необходима, я говорю, нравственность, и духовностью, и содержанием, из которого должна исходить эта нравственность. Вы знаете, мне кажется, что каждому педагогу просто крайне необходимо было бы прочитать совсем небольшую статью Ивана Васильевича Киреевского. Киреевский – это один из вождей славянофильства. Это, я бы сказал, такого социально-философского направления середины XIX века. Это его статья, кстати, эта его статья опубликована еще в советское было время, и не один раз даже публиковалась. Иван Васильевич Киреевский. Называется эта статья «О характере просвещения Европы» и о его отношении к просвещению России. Замечательная статья. Ух, как она ярко показала один из важных моментов, если хотите понимания, христианской о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. И о его отношении к просвещению России. Что он там пишет? Ну, прочитайте, я думаю, потому что это крайне необходимо. В частности, что он пишет, и на что мне хочется сейчас обратить внимание. Он, который, кстати, с Гегелем пил чаи, так, человек великолепно знал эту западную жизнь, провел там немало лет, был поклонником этого Гегеля, так, без Гегеля он считал, что и Россию, ну, невозможно ничего с Россией даже и сделать. Было такое у него одно время увлечение очень сильное, потом он переменился. И вот что он пишет в этой статье. Чем характеризуется, говорит, западное просвещение? В частности, тем, что человек, получивший там образование, всегда удовлетворен своим нравственным состоянием. И единственное, что его удручает, это удручает именно, что он не может сказать всему миру, не может показать себя, чтобы все увидели, вот каким надо быть. Интереснейшие наблюдения.
Причем никакой иронии, кстати, вы будете когда читать, вы увидите, никакой иронии нет у него. Это не ирония, это прям плач. Чем характеризуется наш человек, русский человек, чем характеризуется? Всегда чувствует свое не только несовершенство, даже и слово такое употребить стыдно, а полное несоответствие свое тому интуитивно ощущаемому образу и в православии подаваемому образу человека. Отсюда русский человек, говорит, всегда скромен. Если хотите, даже стеснителен. У него нет вот этого, вот, знаете ли, желания показать себя. Нет этого. Кстати, вы знаете, любопытная вещь. Через 100 с лишним лет я, бывая за границей, убедился, насколько точно он нарисовал портрет западного человека. Мальчишка какой-нибудь, 17-летний, 18, выскакивает на трибуну международной конференции, где сидят тысячи, две человек, и с апломбом удивительным начинает вещать о таких истинах, что не знаешь, уши закрыть или что с ними сделать. Готов проповедовать всему миру. Наши сидят тут, профессора, идеи, да нет, да об этом, да, наверное, все знают, да что об этом говорить, это и так всем понятно. Эта черта действительно есть. Чем вызвана? У нас еще сохраняется в нашей натуре, я вам скажу, чувство какое? Какое чувство сохраняется? Своего действительно такой недостаточности своей. Перед лицом вот той святыни, которую мы еще ощущаем внутри, даже не осознавая. Ощущаем это, понимаем это. А христианство действительно дает образ этой святыни. Все русское просвещение, которое было в России примерно до 15 века, до 16-го, может быть, от силы, если сказать. Все оно было направлено, знаете, на что? На формирование у человека правильного духовного состояния. На это прежде всего обращалось внимание. Прекрасно понимали, что внешние знания, нужны они? Конечно. Все эти знания – меч обоюдоострый. Только при правильном духовном состоянии человек может использовать эти знания, использовать в добром направлении, принести добро и себе, и другим, и, если хотите, всему обществу и всему народу. Ну, хорошо, я вот попытался действительно сказать о некоторых моментах православной, я бы сказал, педагогики, именно православной. Не просто христианское, а, знаете, вам понятно, может быть, почему. Когда-то христианство было едино, и можно было говорить о христианской. Сейчас, увы, сейчас это уже невозможно. Поэтому я говорил о православной. У католиков другое понимание, у протестантов миллион иных еще пониманий. Дошло уже до того, что, вы знаете, протестанты, которые с Библией в руках, такие вещи проповедуют, что просто в недоумение приходишь. Вот у меня брошюрка такая небольшая протестантского одного авторитета Глории Коупленд, где она пишет, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то Он говорит совсем не о небе, Он говорит о земле. Он говорит о тех ценностях, которые Он нам даст – исцеление, благоденствие, процветание и мир. Видите, никакое небесное царство. Вы что придумали? Это проповедник христианства, который каждый читает Евангелие. О Христе, который сказал, «Мое царство не от мира сего». Который сказал, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его,
И это все приложится вам. Все это что такое? Вот то земное, если хотите, ну, в конце концов, какое-то благополучие, которое мы все, естественно, ищем. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Что это значит? Что это значит? Что такое Царство Божие? Царство Божие внутри человека, а не там где-то в каком-то месте. И искание Царства Божия – это что такое? Это чистоты души. Чистоты души ищите прежде всего. Чистоты совести ищите прежде всего. Чистоты разумности ищите прежде всего. И это все приложится вам. Вот оно, оказывается, какое. Это же очень важно. Вот на что должны быть устремлены все основные усилия человека. К этому надо научить наше подрастающее поколение. Ищите прежде всего вот чего. Все у вас будет. Если же вы погонитесь за противоположным, то тогда я вам зачитаю, знаете, кого? И Женева святых, и не отца нашего, Иммануила Канта. Вот. А он вот что писал. «Чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, неплохо ли? Тем дальше человек от истинной удовлетворенности». Неплохо. О состоянии России я все-таки зачитаю вам. Да, ну уж еще несколько минут потерпите уж, ладно. Я думаю, что вы с собой гнилых помидоров не набрали же, как у Гекльберри Финна, там, помните приключения? Бедные артисты пострадали. Еще зачитаю о состоянии России, которое было 100 лет, 100 с лишним лет тому назад. Это состояние России характеризует не кто-нибудь, один из блестящих аристократов, образованнейший человек в свое время, епископом ставший потом, Игнатий Брянчанинов. Это светоч, я бы сказал, русской духовной культуры. Что он пишет? Послушайте. «Россия, пожалуй, находится недалеко от взрыва в ней еретического либерализма. У нас есть хорошая внешность. Неплохо. Мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви. И символ первобытной церкви. Но все это мертвое тело. В нем мало жизни». Вы не обратили на это внимание? Что сейчас сколько, чуть ли не 80% православных, из которых сколько-то процентов, 20 или 30, вообще в Бога даже не верят. Сами они говорят, в Бога я не верю, но я православный. Все замечательно. Это только на Руси, наверное, такое возможно. Не верить в Бога, но быть православным. Ему вторит через какие-то, пожалуй, 40, наверное, лет Константин Леонтьев. Я думаю, это имя всем известно. Это известнейший русский публицист, философ. Такой мыслитель очень интересный, который все время говорил, надо Россию подморозить, иначе будет беда. И то, что, кстати, сделал Александр III в очень значительной степени, что разрушил, увы, Николай II. Так вот, Леонтьев писал, «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого, по смертному пути все смешения. И кто знает, подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель новой веры, и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь из наших государственных недр, сперва без сословных, а потом без церковных, или уже слабо церковных, о, это уже хорошо, родим того самого Антихриста, о котором говорит епископ Феофан вместе с другими духовными писателями». Интереснейшая вещь. Это Константин Леонтьев, который стал отцом Климентом.
затем он принял постриг. Это удивительный человек, так сказать, интересной очень судьбы, да, искренне стал настоящим монахом. Что он пишет? Что мы родим того самого Антихриста. Откуда он взял? А вы знаете, что писал Брянчанинов за 50 лет до него? Наш народ может и должен стать, должен в смысле логики, и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Одно и то же пишут. Что с ними? Что они говорят? Брянчанинов причислен к лику святых. И он действительно святой человек. Леонтьев – философ, пишет то же самое. Феофан Затворник пишет то же самое. Что мы видим? Вы помните, что творилось с нашим народом, когда стал вопрос о канонизации Николая II? Вы помните, что творилось? А сейчас мы разве не видим? Царь, 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 дай нам царя. Вы слышите? Они прям пророки, как евреи просили царя, и Бог дал им, осудил их, осудил Бог. Библию откройте эти страницы, почитайте. И дал им царя. Но дал, просили. Так, оказывается, и эти наши великие люди пишут о чем? Что через какие-нибудь 100 лет и мы родим этого царя. Наш народ может и должен стать орудием гения из гений. Наш народ, не какой-нибудь другой. Страшное предупреждение. До кого оно только доходит? Не знают и знать не хотят. Целый ряд сейчас книжек, я смотрю, у меня лежат. Это пишут, что такое пишут? Царя, царя ждем, скоро будет православный царь, помазанник, устроит православное царство. Я спрашиваю, а кто сейчас мешает любому человеку быть православным, скажите? Для чего нужен царь? Что нужно? Кто мешает нам быть православными? Никто. На партийные собрания нас не вызовут. И с работы не снимут. Так неужели, если станет царь православный, мы уже все, Россия станет православной? Что мы делаем? К чему наше устремление? Константин Леонтьев как точно сказал, как евреи не ожидали, что из их недр выйдет великий учитель новой веры Христос. Так и здесь случится подобное же. Но это же никакого отношения к нашей теме, по-моему, не имеет, да? Или как? Это христианское что там, антропология или педагогика? Я уже даже и забыл, о чем мы с вами говорим. Ну, хорошо. Так. Я считаю, что преподавание различных религий в раннем возрасте только перемешает в их головах все, а не даст правильное понимание существа Бога. Человек с детства должен иметь одну религию своей страны, чтобы потом твердо стоять на своих позициях. Я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Но по мере роста обязательно надо его знакомить. Обязательно надо знакомить с тем, что говорят другие религии. Потому что теософская идея, все религии ведут к одной цели. Поэтому все религии одинаковы. А их различия не имеют никакого принципиального значения. Вы слышите? Дикая теософская идея. Она глубоко сидит вот, в каком-то подспудном, может быть, там, пространстве. Да. Да, ребенка надо воспитывать, конечно, на христианских началах. Еще бы. Но потом ему придется объяснить. А почему, папа, я православный, а не мусульманин, а не буддист, а не индуист. Ну-ка, папа, мама,
Что, это не нужно знать? Обязательно надо. Все дело в возрасте, конечно. Тут надо смотреть уже, какой возраст. Я вовсе не считаю, что вот этот британский, вот этот метод, что он уже касается конкретно вот этих возрастных групп, что это должно быть точно так. Нет, это надо смотреть. Но познакомить обязательно надо. У нас же люди абсолютно невежественные. Школьники хоть ничего не знают. И вдруг им какой-нибудь там раз и брякнет. А какая разница в религиях? Я лечу в самолете, одна женщина, ой, а мне все равно куда. Я прилетаю, вы знаете, католиком, я в католический хожу, храм. Да, к протестантам я к ним хожу. Ой, к евреям прилетаю, я в синагогу иду. Я к буддистам, а какая разница? Все религии же, они одно и то же. Действительно, ночью все кошки серы. Точно. И вот чтобы они не были все серы и черные, и белые, для этого надо дать определенные знания. Вот о чем я только говорю. А так я, конечно, согласен с этим. Можно? Да, конечно. Вот когда я учился на курсах мытищих по православной культуре, нам говорили, что как минимум человек, ну, преподаватель, скажем, этой дисциплины должен стремиться к воцерковлению, то есть жить церковной жизнью. Вот. А тут на сайте отца Андрея Кураева я прочитал, что он делает вот новый учебник, который приняли, таким, что даже лучше будет, если человек, преподающий по этому учебнику, он, ну, скажем так, не будет верующим. Вот. Хотелось бы ваше отношение вот к этому. Кому следует преподавать, скажем, эту дисциплину? Дело в том, что вы знаете это, когда Медведев прямо сказал, что преподаватели должны быть светскими. Но мне как-то трудно представить себе, чтобы атеист, например, мог говорить достаточно объективно и хорошо. Может, я думаю, может. Но трудно. Может хорошо сказать о православии. Мне представлялось, что лучше всего, конечно, было бы, чтобы о православии говорил православный, а мусульманцы пусть скажут, пригласите на урок. Ну, два урока. Мусульмане. Кого? Пусть они сами предложат кого. Пусть православные сами предложат кого. Пусть буддисты сами пришлют, пожалуйста. И они пусть и отвечают за это. Какой образ возникнет у учащихся после его лекций. Вот так. Это был бы подход, по-моему, объективный. А когда вдруг это предложил светский преподаватель, извините, сейчас я одел костюм, значит, я светский. А если отрастил бороду, одел рясу, меня руку положили, я уже не светский. Что это? Какая разница? Какая разница? Неужели такое имеет значение, это внешняя форма? Да, для учащихся имеет. И кое-кто это понимает. Да. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы ясная и объективная картина была у учащихся по тому вопросу, который мы предлагаем. А то я приезжаю в Тверь, в Тверской был губернии, на там факультатив, это основа православной культуры, одним словом. И мне декан там говорит, вы знаете, у нас преподавателей нет. Вот мы сказали, вот преподаватель физкультуры, ты будешь вести основу православной культуры. А он говорит, отвечает мне, да я ничего не знаю, как же я буду преподавать? Ответ, у тебя часов не хватает. Что-нибудь скажешь. Пожалуйста, вам светский преподаватель, правда? Что еще лучше? Самое страшное. Ура! Ура! Вместо вам красавицы какой-нибудь выведут скелет. Все в ужасе отскочат. Это красавица. Нет, что мне надо. Извините, пожалуйста. Да, вот так. Конечно, ситуация очень непростая. Я вам скажу сейчас. Очень непростая. С преподаванием этого предмета. Здесь дело в том, что для преподавания православия нужно прям готовить педагогов, по-настоящему готовить, а не как-нибудь. Не какие-то, знаете ли, приехали, он как к нам приезжает, недельку побудут, им обо всем читают, обо всем на свете, где православие занимает, я не знаю, вот такой-то вот. И все, и они уехали, они уже подготовлены. Что это такое? Разве это православие?
какой образ православия у них, у самих. И потом они же сами, вот студенты же принимают экзамены, и сами они подходят, студент, слушай, поставь мне, я ничего не знаю, ну поставь мне четверку. И все. Да, вот это будет печальная картина. Печальная, и не только печальная, это страшно. Мне рассказывал один дореволюционный священник, который потерял веру полностью, стал атеистом во время обучения, время прохождения уроков закона Божьего. Полностью потерял веру и стал атеистом. И потом уже через какой-то десяток или больше лет только вернулся к православию. Почему? Говорит, так преподавали закон Божий, что эти у нас часы стали временем острот и кощунств. Хотим мы этого? Для того, чтобы этого не было, нужны и знания, и талант. И талант, чтобы людей увлечь, чтобы они увидели, насколько, что это такое. А не просто прийти, сейчас я вам пробубню, расскажу вам. И все в ужас придут. Скажу, нам православие это, да избави Бог. Куда угодно пойду, только не в православие. Вот так. Так что вы правы, да, это вопрос очень серьезный, перед которым мы стоим. И не знаю, как мы из него выйдем. У нас это русская наша натура. Мы хотим сразу все. То ничего. Ну ничего же не было. Теперь мы хотим сразу все охватить. Так, пожалуйста. Всем известно, как сейчас трудно работать педагогом в школе с современными детьми. А как нам взаимодействовать с их родителями? В общем, это, наверное, еще труднее бывает, когда поколение родителей, которые как раз не умеют воспитывать детей. Можно об этом, пожалуйста, о нашем взаимодействии? Если бы они только не умели, это было бы четверть беды, десятая даже часть беды. Они просто безразличны. Я вам сказал, вон немцы. Ну и что? И пусть. Свобода. Сейчас вот эта страшная сатанинская идея, которая пронизывает весь цивилизованный, так называемый цивилизованный наш мир. Это свобода ребенка. Никаких не применять, говорят, что такое громкое слово, никакого насилия. При чем тут насилие? Я же говорю, не пропалывайте. Вы получите очень хороший результат плоды на вашем огороде. Трудно мне сказать, что вы можете сделать с родителями. Еще с детьми еще как-то можно. Дети еще что-то доверяют. Да, они еще могут что-то слушать, понимать. Так что а с родителями я даже просто не представляю, что вы можете сделать. Хорошо бы, конечно, если бы были инициативные православные, понимающие родители, если они таковые есть, могли бы организовывать как-то что-то, родительские комитеты, так? И на этих комитетах, благодаря своей активности, могли бы как-то, ну, организовывать уже воспитательную работу самих родителей. Вот что для этого сделать? Трудно сказать. Когда меня спрашивали, например, как же все-таки быть? У нас преподавателей же нет основы православия. Нет же. Где их найти? Я предложил такую мысль, но она так где-то и в песок ушла, мысль. Какую мысль? Что составить программы по всем классам, там, с 1 по 11 класс, программы. Это работа очень ответственная, я скажу, очень ответственная. Но это первое, что нужно сделать. Второе. По всем этим вопросам, которые зафиксированы, искать лучших, кого можем найти. Людей, которые могли бы осветить вот этот вопрос. И его лекцию записать. Аудио, видео. И, может быть, не одного, а 2-3 найти человека, которые вот по этому вопросу прочитали бы лекцию. 2-3 человека. И так по всем вопросам с 1 класса по 11. То есть создать что? Видео
и аудиоцикл лекций. Поэтому человек, который во веки веков не сможет никуда приехать и прослушать какие-то курсы и где-то поучиться, так он может получить весь этот курс. Слышите? Он может получить. И что дальше? Его назначили кандидатом на преподавание основ православия, так? Так? Хорошо. Ему вручается этот комплект. И затем, допустим, через полгода, через год, он сдает экзамен перед комиссией. Самый настоящий экзамен. Так, как мы сдаем в институтах и всюду. И комиссия, тут требуется комиссия, да, какая-то, может, с участием и светских лиц, и духовных лиц, то есть и от епархии, там, и от местного министерства образования, так, комиссии принимают экзамен у этих преподавателей. И кого-то допускают, кого-то нет. На пересдачу. Мы же разве не знаем, что такое пересдача? Мы прекрасно знаем. Вот так. Тогда мы смогли бы охватить, вы слышите, всю Россию. Мы могли действительно готовить преподавателей. Этот явно провалился, он ничего не знает и знать не хочет. Поищите другого. Поищите другого. Вот так. А нельзя, знаете ли, галопом. Наскакивайте это галопом по Европе. Вот. Вот таким образом, кажется, мне так казалось, что можно было бы решить эту глобальную для нашей страны проблему. Составить программу, составлять. И над этим надо, чтобы работали люди, понимающие, так? Лекции потом читать по всем вопросам. Лучших, кого можем мы найти. Причем 2-3 варианта подчас это сделать. Отобрать это все. И, наконец, имея комплект этот, давать педагогам. И сдавать экзамены. Ну, вот так такая идея была. Да, но моя идея была высушена с интересом, с одобрением и положена под спут. Вместо этого собирают преподавателей. Причем кого собирают? Какую-то, я не знаю, кучечку педагогов собирают. Им начитывают лекции, кто попало, кого можно схватить. Вы представляете? Именно так. Кто-то хороший, действительно, кто-то так, кто о том, кто ни о чем. Так? И потом они, прослушивая это, побыв неделю там или сколько, прослушав курс лекций, они должны будут учить других преподавателей. Они учить. Это кто? Поставьте четверочку. Я ничего все равно не знаю. Это что такое? Насмешка. Я другого слова не могу найти. А вот эта идея, мне кажется, она была бы такая достаточно работающая. А родители, ой, не знаю, и родители бы точно таким же образом надо бы воспитывать. Вот дать цикл лекций и сказать, сдавайте экзамены, иначе вы не родители. Вот так. Да. Ничего не хотят делать. Ничего не хотят делать. Уже потому, что детей не приучают к тому, чтобы что-то делать. К безделью приучается все. Нам нужен только комфорт, но не работа. Об этом еще Пушкин писал. Александр Сергеевич Пушкин еще писал. Кстати, об Америке писал. Интересно, никогда не буду читать. Да, он же писал о том, что там весь смысл, вся душевная энергия, говорит, идет на то, чтобы создать этот несчастный комфорт. С возмущением писал об этом. Уже он в то время, когда еще Америка была совсем не той, что теперь. Совсем не той. Это небо и земля. Так, хорошо. Еще, пожалуйста. Алексей Ильич, вот такой вопрос. Вот в большинстве наших школ нашего города возможным стало ввести предмет духовное краеведение Подмосковья, но чаще всего в одном каком-то классе, в одном классе из 11. Вот я хотела бы спросить у вас, какой возраст вы считаете наиболее подходящим, чтобы вот этот один год
вести, в каком классе, какой возраст детей вы считаете наиболее как бы восприимчивым? Мне кажется, это возраст вот на грани переходного возраста. Слишком маленькие, они еще многого не понимают. Они готовы только запомнить, но не понять. Когда уже переходный возраст пройдет, вот, боюсь, уже брожение такое начинается, что способны ли они будут уже принять. Не понять, а принять. Поэтому, мне кажется, вот на грани. Где вот это? Сколько это лет? 12? 13? Ну, где-нибудь вот здесь. Вот в этом, где-то вот в этом возрасте. Это какой там класс? 5-6 класс. Мне кажется, что вот здесь, здесь на грани. Да. Экзистенциалисты говорили, что в пограничной ситуации происходит самое сильное восприятие вещей. Это как раз будет пограничная ситуация. Вот так. Думаю, вот так, да. По поводу оценивания учеников, вот знаний, да. Оценивание? В каком смысле оценивание? Вы... А, баллы? А. А без этого? А как же без этого? Без отрицательных оценок? Это ужасно. Обязательно надо ставить. Если только они действительно будут иметь какое-то воспитательное значение. Если к вам не прибежит какая-нибудь мамаша с такими вот, как вы посмели моему ребенку поставить, да. Это я понимаю. Да, это есть. Но без отрицательных баллов тогда какой смысл? Тогда смысла нет. Вообще в баллах. Основной смысл в баллах – это как раз положительные и отрицательные. Положительные – это одна сторона. Отрицательные тоже. Это необходимо. Просто. Без этого просто нельзя. Ну, что вы. И за эти двойки надо спрашивать. Вот сейчас у меня, я проверил, 60 с чем-то сочинений, 7 двоек поставил. 7 двоек. Будут пересдавать. Пересдают. Знаете, как здорово? Отвечают. Великолепно. Уже все. А то просто ничего. Просто ничего. Пусто. Нуль. И вот если не поставить двойку, так с нулем и уйдет. После двойки все. Прям, пожалуйста, говорю, 411 страница, 13 строка снизу. Тра-та-та-та-та-та-та. 571 страница, 15 строка сверху. Тра-та-та-та-та, молодец. Здорово. О, можно позавидовать. Какие студенты. Вот так, потому что я считаю, это просто необходимо. Иначе нарушается весь воспитательский, я бы сказал, процесс в плане вот даже обучения. Вот так. Вот касаемо благополучных верующих детей. Так. Вот как их научить молиться? Потому что формально выучить стишок вот про «Отче наш» – это да. Пожалуйста. Да. А молитва-то не получается. Ну, вы знаете, этому обязательно надо учить. Это обязательно. Это выучить стишок – это чепуха. Это можно на магнитофон записать, да и все. Надо обязательно приучать именно молиться. Для этого нужно начинать с самой краткой молитвы. Чего мы так боимся этого? Молитвы Иисуса. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот и все. Надо приучать. Приучать, объяснять. Расскажите, вон йоги несчастные какие-нибудь. Смотрите, как учат своих детей. Я говорю, вот я помню фильмы, это кто такие йоги, что ли? Пятилетняя девочка сидит, сморщилась. Да, она учится сосредотачивать свое внимание. Вы подумайте, уже учат. Учат концентрировать внимание. Так вот и здесь надо просто приучать. В то время, когда ребенок уже способен к этому, надо приучать, что нельзя так. Просто молитва – это не болтология, это не стишок. Надо приучать с того возраста, когда ну, человек уже способен понимать. Ну что вы! Но я вам скажу так, что, к сожалению, это беда не детей, а да. А нас. Нам надо приучать себя к внимательной молитве. Скажу вам просто, если мы не будем приучать себя к внимательной молитве, то какими мы были, такими и останемся. Мне однажды вот так тоже одна женщина задает вопрос, педагог тоже, да, говорит, почему вот я уже 20 там, с лишним лет в церкви, и я какая была, такая остаюсь. Я говорю, ой, спасибо вам за этот вопрос. Спасибо, потому что мы ничего религиозно не делаем. Мы ходим в храм,
мы подходим на исповедь, по причащение, ставим свечки, подаем поминания, соблюдаем, может быть, даже и посты. А что мы религиозно делаем? Ничего. А что такое религиозно делать? Вот то, что сегодня мы говорили о духовности. Это надо понуждение себя к исполнению заповедей. Сходить в церковь – это кто угодно может сходить. Заповеди. Когда мы не понуждаем себя к исполнению заповедей, то есть когда надо стремиться не осуждать, насколько это возможно, не злобствовать, да, не завидовать, бороться с этим. И нет религии в том человеке, который не молится. Потому что религия, слово «религия» – это латинское слово, означающее связь, соединение, религаре, соединять, связывать. И когда человек соединяется с Богом, ум человеческий, то только в молитве. Выключатель. Вот что такое молитва. Вон, нажмите сейчас, и свет погаснет. Нажали – и побежало. И свет включился. Вот. Поэтому только без молитвы нет религии. Это превращается в одну какую-то внешнюю фабулу, внешнюю, так сказать, ну, скорлупу. Религии нет. И поэтому человек может жить 100 лет, быть воцерковленным, как это говорят, очень мне нравится, он воцерковленный, съест своего соседа живьем и пискариком Великим постом закусит. Да, это воцерковленный человек называется, так? Если не приучать себя к молитве, никакой религии нет. Это надо просто запомнить и знать. Начинать, если хотим, мы приучать себя вот с этой краткой молитвы. Самой краткой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ее можно совершать как? Сидим, стоим, идем, лежим. Даже разговаривая, когда пустой какой-то разговор, никто мне не мешает, мне всего несколько секунд надо на эту молитву. Но эту молитву надо произносить с вниманием и сердечным участием. Потому что, я думаю, уж каждому из нас есть о чем помолиться. Господи, помилуй меня. Есть, наверное, о чем. Уж, ну, не безгрешные же мы, правда же. Хоть и ангелы, конечно, но все-таки. Но согрешившие. Вот так. Без приучения себя к этой молитве мы не сможем тогда более, ну, более длинные, что ли, молитвы читать с вниманием. Это невозможно. Кстати, молитва Иисусова, она называется, она очень помогает вниманию. Вообще, приучает человека к вниманию. Ведь, вы знаете, самая страшная беда, почему многое не усваиваем, не хватает внимания. Проводились эксперименты, ну, что там проводиться, они каждый раз на глазах. Самый неспособный человек, на глазах которого происходит что-то, допустим, что-то страшное, так все вам рассказывает. Да как же он запомнил-то? Очень просто. Он весь поглощен. Внимание. Вот молитва Иисусова, она помогает чисто внешне, вниманию, но главное, что она приучает нас к молитве, и эта молитва дает, я вам скажу, огромное благо человеку. Молитва, не знаю, кто этим хоть немножечко так пытался, знает, как это успокаивает человека. Успокаивает. Вот утром, ну, обязательно надо, ну, хотя бы 3 минуты, хотя бы несколько молитв, но с вниманием и участием сердца. И вы увидите, как успокаивает это все. Это то, о чем сейчас обеспокоен весь мир. Нервно-психическое напряжение. Это возбуждение. Нет покоя. Молитва успокаивает. Я даже такое скажу вам. Даже если бы никакого Бога не было, никакой религии не было, тогда бы надо было молиться. Она даже помогает просто в этой земной жизни. Я говорю, даже. На самом деле молитва соединяет человека с Богом, просто соединяет действительно и приносит великое благо душе человека. Если мы сами не научимся этому, себя не будем приучать, детей мы не сможем научить. Это совершенно однозначно. Я не могу научить играть на скрипке своего ребенка, если я смычок возьму не с той стороны, а скрипку приставлю неизвестно куда. Правда же? Правда. Вот так. Критерии молитвы, вот правильно или неправильно? Потому что мы говорим,
конечно. Ну, сосредоточено, серьезное лицо сделано. А по-настоящему или не по-настоящему? Критерий. Вспомните разбойника, если читали Евангелие. Что он сделал? Только от всей души осознал, кто он есть. И обратился к Христу. Вот правильная молитва. Не нужно никаких фокусов. Не нужно никаких вычурных слов. Ничего не надо. Нужна душа. Поэтому очень важно здесь обращаться к Богу так, как мы бы обратились к человеку, от которого ищем буквально спасение от полной катастрофы. Как к врачу можем обратиться, смертельно вдруг заболевшим? Помогите, помогите. Можем, можем. Вот так обратиться надо к Богу. Но при этом, я вам скажу, хорошо бы, если бы мы могли ничего не просить у Бога. Ни новых туфлей, ни новой должности, ни здоровой печенки, ни селезенки. Так? Ничего не надо. Если мы верим, что Бог есть любовь, а это величайшее открытие христианства, я вам скажу, ни одна религия этого не знала. Если мы верим, что Он есть любовь, значит, Он все готов нам дать. И если мы не получаем, то только по очень простой причине – нельзя дать. Я часто говорю, только дай мне дар чудотворения, вы тогда узнаете, что с миром произойдет. Понимаю? Понимаем. Дай мне власть. Хо-хо-хо! Я превзойду всех этих властолюбцев. Нам нельзя. Бог видит, что можно. Поэтому наша молитва должна состоять: Господи, помилуй. Не стоит просить ничего. Не стоит. Потому что Бог видит и знает. Господи, прямо надо сказать. Господи, Ты знаешь, что я хочу. Ты знаешь. Ибо Ты Бог. Вот так обращаясь к Нему, а меня, Господи, помилуй, тогда эта молитва будет действенной. И я вам скажу, только по той причине мы остаемся не с места, десятки лет, кажется, находясь в церкви, что мы не приучаем себя к молитве. Мы не молимся, мы не соединяемся с Богом, мы не стучимся к Богу, поэтому ничего и не получаем. Так и остаемся с разбитым корытом. Это беда. Поэтому мы остаемся без всякого плода. Ничего не делаем. Исполняем чисто внешнюю эту сторону. Не надо забывать, что, исполняя внешнюю сторону, можно, знаете, до чего дойти? До мнения о том, что я действительный христианин. Воцерковленный христианин. Полезно в таком случае вспомнить, кто распял Христа. Воцерковленные, патриарх, архиереи, богословы, то есть книжники, фарисеи, то есть монахи. Да, представляете, кто распял? Ух, сверхвоцерковленные. Бог кто распял. А кто в рай вошел? Бандит. Какой? Который от всей души обратился ко Христу. Здорово? Вот так. А то мы в час воцерковленные. То есть он знает, что нужно через какое плечо свечку передать. Это называется воцерковленный человек. Смех один. Карикатура какая-то. Вот так. Без молитвы нет религии. Пожалуйста, это нужно себе усвоить. И я о себе всегда, поэтому говорю, не я, а каждый человек. Он о себе может судить. Да, религиозный я или нерелигиозный. Могу сдать экзамен на 5 по всем предметам церковным и быть безбожником, без Бога. Без Бога. Слышите, как здорово? Без Бога быть. И быть богословом, доктором, профессором, все, Боже мой, ой. А Игнатий Брянчанинов так и писал. Есть академии, есть кандидаты, есть доктора богословия. А коснись что-нибудь, оказывается, он во Христа не верит и заключает свою тираду потрясающими словами. Какого света ожидать от этой тьмы? Здорово! От профессоров и докторов богословия. Здорово? Здорово. Без молитвы нет религии. А молитвы нет там, где нет внимания. Молитвы нет там,
где нет покаяния. Одного старца, Серафима Романцова, один монах, кажется, монах, пришел к нему и одному старцу пришел и говорит ему: «Я имею непрестанную память Божию». Великое дело еще. Что ответил ему? Он знал этого человека и ответил ему: «У тебя нет никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Я как прочитал, я ахнул. А то идет: «Господи, слышишь тебя, Господи, слышишь тебя, Господи, слышишь тебя, наша жизнь на небесах. Погородица Дева радуйся». Ой-ой-ой. Болтологией занимается. Болтологией занимается. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ух, как сильно сказал. О, как, говорят, прибил просто. Ну, извините, такие я вещи все говорю. Да, надо же говорить другое. Надо говорить: благодать Божия, надо, да. Божья Матерь покрывает нас своим покровом. Угоднички Божьи за нас молятся. Чудотворные иконы нас исцеляют. К мощам мы прибегаем. Вот в чем наша вера, правда же? А тут какое-то исцеление, заповеди какие-то. Там, Господи, Боже мой, покаяние, молитва. Не та вера. К этому мы не привыкли. Да, ну я шучу, конечно, вы понимаете, да. Извините меня, я не могу вот без того, чтобы что-нибудь не подшутить.